играли мы в третьем чемпионате России по микрофутзалу. Первый раз выиграли, заняли призовое второе место. Нашу команду пригласили играть на Кубке Лиги Европы. Эмоции, конечно, зашкаливают. Первый раз все-таки это играли там уже команды не первый год, а мы вот первый раз выступили. И вот так вот удачно получается, как фортуна на нашей стороне была. Микрофутзал, он только развивается, ему всего 3 года. И как бы мы хотели показать себя, что в городе Муроме тот же вид футбола привлекает народ, и он интересен становится всем и каждому. И мы постарались выступить, как смогли, и заняли второе призовое место. Чтобы молодежь привлечь, это люди должны сами стремиться к этому, потому что секций таких нету. Люди должны сами как-то узнавать эту информацию, тренироваться и подавать заявки на всякие сначала маленькие соревнования, а потом постепенно и пробиваться выше. Вот мы начинали с уличных футболов, и получилось так, что попали на Россию и заняли второе место.